параде участвовало около 30 девушек. Почти все они не замужем, а значит, потенциальная невеста. Поэтому примерка белых платьев для них символична. В этом году образовалось первое в Петрозаводске женское мотосообщество. Так как у нас есть ряд девочек, которые имеют свои мотоциклы, свои железных коней, и они как-то были разрознены. Под хиты русского рока девушки демонстрировали байкерскую свадебную коллекцию, где вместо букетов в руках у невест – гаечные ключи и дорожные знаки. Было и жюри, которое выбирало победительниц в разных номинациях и награждало подарками. Байкеры такие интересные люди, они любят свободу, экстрим. Ну, это может быть какой-то, может быть, даже и протест, так скажем, этим рамкам. Первый мотоцикл, который я увидела, и на который я села, это был вот этот рыжий. Ну что ж, дорогие друзья, не забываем, что у нас работает специальная фотозона, находится, можно немножко танцевать, сжигать, радоваться. Тем более, такой классный день, да? Настроение, солнце, жара. Свою невесту Сергей нашел здесь же. Пара познакомилась в мотоклубе, а недавно ребята вдвоем проехали 5000 километров за 20 дней, обогнув Онежское озеро. Сейчас Сергей активно участвует в жизни женского мотосообщества. У нас получается как бы мотогараж с девчонками. Я там один мужик, делаю мотоциклы, поэтому как бы вот я здесь в таком виде, в поддержку женского мотосообщества. Акция идет на то, чтобы видно, сколько у нас мотоциклов в городе, как бы чтобы к ним относились как-то более лояльно. Мотосезон у байкеров короткий, длится всего 3 месяца, поэтому они используют его по максимуму. А мотоневесты надеются, что вслед за мотосезоном наступит и свадебный. Маргарита Михайлова, Евгений Евдокимов, телеканал Ника Плюс.